День единства. Будем рядом. Будем вместе навсегда. В Развилковской библиотеке прошла встреча интервью начинающих репортеров с читателями разных национальностей. Ученики 4 Г класса Развилковской школы из клуба «Юный журналист» готовят очередную статью ко Дню народного единства. Будем говорить, наверное, о толерантности. Будем говорить о том, что наша страна – это дом не только для нас, для русских, для россиян, но наша страна стала домом для многих-многих национальностей. Ребята сами подготовили презентацию, посвященную Дню народного единства, и составили вопросы, которые и задали гостям библиотеки. За что вы любите место, в котором вы живете? Что для вас Россия? Как должен отмечаться День народного единства? Вопросов у ребят было много, но юные журналисты отлично справились со своей работой. Иногда было сложно, потому что ты иногда волновалась, а когда ты уже задавал вопросы, то ничего страшного не было. Потом каждый напишет ее в Word, мы отправим нашему учительницу, и потом это зашлет в статью. Ребята занимаются журналистикой уже 4-й год, поэтому легко ответили нам на вопрос, в чем секрет успешного интервью. Во-первых, должны быть хорошо продуманные вопросы, и нужно обращаться к тем людям, которые дают тебе интервью, с уважением, чтобы и все было хорошо. Они молодцы, я довольна. Я уверена, что они напишут замечательную заметку. Спасибо огромное за тех людей библиотеки, которые пригласили, потому что ребята услышали, увидели разные мнения людей разных национальностей. Руководитель местной телестудии ТВ «Развилка» Иосиф Гринберг, который также участвовал во встрече, поделился с нами впечатлениями. Каково это – оказаться по ту сторону экрана? Я себя чувствовал как бы ответственным сказать правильно перед детьми. Потому что дети – это все. И не дай бог, если я сфальшиваю. Я волновался, скажу честно. Ребята просто молодцы. И еще я, если честно, мне знаете, что понравилось. Я гляжу на них, а это, по сути дела, наше будущее. То есть за будущее я спокоен. Готовый материал выйдет в местной газете «Наши соседи» и в «Видновских вестях» накануне Дня народного единства. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.